Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и свершилось чудо, ну не в смысле Тила Космила, в смысле наконец-то встречайте Индрикоцера, короче, Индрикотери плюс гигантский олень, получается Индрикоцер, да, мы месяца 2-3, сколько нам его, в общем-то, перед тем, как он впервые нам его, скажем так, показали, да, его сразу потом и закрыли. Гигантского оленя и создать невероятно сильного гибрида. Ну чё ж, давайте пойдем, будем создавать невероятно сильного гибрида. Так, ну серия по прокачке, ребятки, на канале уже давно есть, как бы, так что, ну точнее не по прокачке, а, ну да, в принципе, по просмотру этого существа, все его атаки, все дела мы уже с вами разбирались, так что можете посмотреть предыдущее видео. Ссылочка на него будет в описании, и тут вверху всплыло вам. А мы заходим. Вот, короче, Индрикотерий. У меня их два, все отлично. И давайте нажмем... так, вот так. И слияние нажимаем. Это стоит 350 и 80. Ну, дорого! Так, ну опять же, посмотрим. Я вот этого процесса сам не видел, потому что в аккаунте, в котором я снимал, там уже он, по-моему, был сразу прокачан. Давайте мы поместим. Теперь вы можете купить этого гибрида на рынке. Шикарно. Так, ну да, на таком уровне, конечно, он вообще не интересен. Ну? Почему? Смотрите. Ой, ты ё-моё. Итак, у нас тут идут акции, акции, акции. Ну, по 29 тысяч, блин, а Маматери вообще 60 стоит. Это караул. Так, ну, одного давайте я еще выведу. Остальных я не буду так тратить денежку. Я лучше подожду. Немножко. Итак. Ну что, кушай, животное. Есть оно вот такую вот какую-то... байду непонятную. Прикольно. Анимашечка такая. Кстати, анимашечку я эту тоже не видел. Пойдем посражаемся. Конечно же, перед тем, как его прокачаем дальше. Ну чё. Прикольно выглядит, да? Такой-то жирный олень. Лосище какой-то прям. Лось-мутант. Сколько ты стоишь? 16 тысяч. А, ну, 50%, да, от того. Ну, по крайней мере, хоть без скидки мы его продаем. Это уже радует. Да. Я тоже так умею. Вот такой вот у нас. В общем-то, он такой более плотный, чем Индрикотерий. То есть Индрикотерий какой-то такой жирный, а вот это вот существо такое вот... Ух! На слона похоже больше телом. Давайте прочитаем. Так, нижней губой этот гибрид мастерски захватывает листья и срывает их с деревьев. Совсем как современный жираф. Блин, сорвали у меня с языка, я сам хотел его сравнить с жирафом. Так, смотрим, у нас по 300 сила атаки, да? И давайте... О, у нас уже тут турнирчик есть. Турнирчик. Турнирчик. Отлично. Метриакантозаврик, да? Который на первом уровне выглядит так, как будто бы с него кожу содрали. Так, метриакантозаврик. Давайте сейчас на него тут глянем. У кого его нет, я сейчас покажу. Все существа хищники. Так, метрик, метрик, выходи. Вот. Перейти. Вот то, о чем я говорил, ребята. Вот он выглядит, как будто бы обжегся где-то. И с него делается гибрид. Метриофодон. Сильнейший летун, конечно, с пятерочкой силы атаки.
Вот так вот он классно выглядит на 30 уровне, вообще шикарно. А вот так вот мне не нравится. Вот такой вот красавчик. Так, ну а мы возвращаемся. На PvP арену идем. Идем вот сюда. Не все существа. Так, ладно, давайте освободим. 7 часов, ё-моё, я тут на бесплатно предложил. Нифига себе, щедрость-то какая. Блин, еще тут кто-то появился. Ну, тут было 28 минут. Гибриды. Гибриды. Так, ну а теперь просто кайнозойские. Так, сортировочка. Неплохо тут. Бесплатно у нас прям акция идет. Распродажа слонов. Так, ну вот. Не-не. Так, ну так, конечно, ходить не стоит. Нам тут жопку надерут-то, если мы так пойдем. Хотя нет, у нас, скорее всего, динозавры будут. Давайте так пойдем. Против нас противники, я имею в виду, будут динозавры, я думаю. Потому можно и так пойти. 700, 170, 170. В общем-то, вы поняли. Нам главное... Ай, не успел сделать скриншот, ладно. Нам главное, наверное, не умереть сразу же. Смотрите, да этот индрикоцер, ну вообще-то он на самом деле-то и тяжелее, вообще индрикотерий тяжелее тираннозавра там вдвое. Так что он бы вполне себе неплохо мог забодать любого хищника. А копытом, представляете, копытом в челюсть. Это смертельно. Там зебры львов часто убивают копытами. А, прикиньте, хищники-динозавры. Они ж не ожидали, что там их кто-то копытом будет бодать. Зауроподы медленные. Собственно говоря, как и цератопсы тоже как бы там вряд ли могли ногой по зубам дать. А вот копытные это легко. Прилетело по зубам и все, их она. Так, это он тебе поддался. Так, у нас еще есть Уртинотери. Раз, два, три. Лишний один балл, ну ладно. Так, ну а дальше эти слабенькие, по 170, то есть мы их сейчас должны распетлять. Уртин Аба. Вообще красавчик. 6, ну что, на все 6. Прошло 5, ну пробил, конечно же. А хотя один балл бы еще поставил защиту и не пробил бы. Но мы его сейчас вообще порвем как тузик-грелку. Без вариантов. Это талангозавр. 1-2, 1-2. Блин, 3 поставлю. Ну там тоже, по-моему, слабый удар. 170, да тоже где-то. Ой, вообще тирана-титан. Доходяга. Но он бы... Или неужто ли он пробивал на 4? 260. Ну не знаю, вряд ли ему хватало. Хотя, может, и хватило бы. О, прикольно. Супер удар. Забавно. Я уже и забыл вообще, да. Так, это было так давно. Сколько месяцев назад, что как он выглядел, как бьет и все остальное. Так, и монеты, блин. Один хлам попадается. Так, нет, мы пока вызывать не будем, нам нужно вернуться в Кайнозои. Так, кстати, давайте мы зайдем вот сюда и вот сюда. А нет, до сих пор пустое место. Непонятно. Так, гибрид наш, давай. Время слияния.
долго, по 8 часов ждать. Так, ну чуть белого стало побольше. Максимальное отдаление, ребята. Не рычи. Вот такой вот. Ну так повеселее уже стало. Какие-то цвета появились, полоски там на жопе. Кстати, есть какие-то разновидности тапира, по-моему, с полосатой жопой. Так, давайте будем его кормить дальше. По 100 штук он кушает. 20 левел. Чё там, 1600, ну как индрикатели, да, 40-й где-то там рядом. Забираем награды. Рога индрикацера могут быть даже больше, чем у гигантских оленей. Ну, это, конечно, вполне логично, что они могут быть больше. Потому что гигантский олень-то вообще пешком под индрикацером пройти должен. Так. Ну чё, идем дальше. ПВП. ПВП. Все существа кайнозой. Атака. Так, вот, кстати, где-то вот прямо здесь. О, смотрите-ка. Уртинушка. Опа, неплохо. Команда рогачей. Ладно, не рогачей. Индрика, как их там семейство больше называлось? Индрикатерии, уже и забыл. Так, ладно, помчались. 600, 500, 500, 500, 300, 700. Самый страшный, конечно, там Зухариптер. Так, ну этот парнишка покрепче. Но за два удара у нас не пробьет. Бронежук. Ленивец самый такой слабенький, а мы против него еще сильны. Против ленивца. Ха-ха-ха. Блин, все надо тратить. Посмотрим, что там ленивец. Но ему надо подменяться железобетонно. Он потратит на это баллы. Это хорошо. 4 не пробьет. Вот подменится 3. И теперь пробьет легко. Даже на 2. Но придется индрикателя еще принести в жертву. Вот, смотрите, какой жирный и какое висячее пузо у него. Он даже не поставил в защиту. Хитер. Блин, у него 5 баллов было. Ну ладно, пробьем его сейчас. Сейчас наше секретное оружие. Ну, видно сразу, что сбитое существо. Крепкое, мышцы. Ну да, он поставил 2 в защиту, но это его не спасет. Чуть ли не за один удар его пробиваем, да, 200 очков там не хватает. Ну все, это смертный приговор. Так, ну давай, что-то путевое, хоть пару баксов или пару генов. Ну, 100 генов. И на том спасибо, хотя там рядом был индрикатерий. Такие дела, ребятки, у нас. Отправим. О, она что нам тут предлагает? Купить набор какой-то? А из этих за очки.
за очки, что только можно купить. Тила Космила можно купить за 20 тысяч очков. Скелет спинозавра. Че, давайте такой один наборчик откроем. Так, заглянем, что у нас тут еще по боям, да по турнирам есть. Так, у нас есть белая мгла. И есть испытай свои силы. Обычно это неинтересно. Вот метрика открыть, да? Что у нас тут? Давайте и тут еще боечек сделаем. Один, да, думаю. Так. Вот, анаконда. Но это пойдет на мясо. Потом Тила Космил и Гиенодон. Вот и, кстати, гигантский олень нам попался очень даже удачно. Так, это, конечно, не очень удачно. Но мне сейчас его надо выносить, полюбасу. Вот так вот. И не защищаемся. Так, получается, Гиенодон должен порвать двоих травоядных. А, не пробил. А что это он так лоханулся-то? На один удар. Это он какую-то дикую глупость только что сделал. Олень, смотри, какой резкий. Раз, два, покойник, три, раз, два, раз, два, три. Ну, крепкий Динотерий, крепкий 171 уровень. Так, надеюсь, я три удара выдержу от него. Должен. Так, он решил вообще проатаковать только на 2, но ему хана. У нас-то 7 баллов, ребята. И какой гигантский он, смотрите. А-а-а, и прикольно выглядит, как оборотень какой-то. Крысёныш побеждён. Вот, в общем-то, тогда на этом, ребятки, мы серию-то и закончим. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.